Белая роща! Белая роща! Это Алекс Венс! Вы меня слышите? Белая роща, ответьте! Белая роща, вы меня слышите? Алекс, господи, неужели это ты? Да, Гордон рядом со мной. Нам удалось выбраться из Сити-17. Алекс, слава богу. Это просто невероятно. Не волнуйся, папа. С нами все в порядке. А вот с цитаделью творится что-то очень странное. Да, мы тоже наблюдаем за ней. Кто-то контролирует процесс распада и собирает энергию в портальный луч. Это комбайны. Они пытаются открыть новые врата. Именно так. Вы наблюдаете перед собой зарождение сверхпортала. Если он наберет полную силу... То повторится семичасовая война. Только на этот раз нам не продержаться и 7 минут. О, Господи. Гордон? Так вот для чего они отправляли эти данные. Чтобы... Данных? Из цитадели? Мы были в зале управления. Они скармливали огромные пакеты данных программе уничтожения ядра. Магнусон слышал? Даю голову на отсечение. Это был код портала. Слышал, не глухой. Я скачала весь пакет. С тех пор за нами погоня. Еще бы. Понимаешь, Клайнер, это краеугольный камень всех их планов. Прекрасно понимаю. Когда это я сказал, уничтожения должен был быть заложен код сеанса связи с внешним миром. Так вот, юная дама, к вам в руки попал код связи с главной инопланетной базой комбайнов. Если я не ошибаюсь, а ошибаться мне нет причин, то это тот самый код, который пытался получить доктор Мосман. Сколько вы будете сюда добираться? Мы лишились всех вещей, но скорее всего... Нельзя терять ни минуты! Мы ускорим подготовку к запуску. Как только вы появитесь у нас, мы закодируем спутник и отправим его на орбиту. Торопитесь, ребята! Только ради бога, будьте осторожны. Папа, связь прерывается. Ответь, папа, ты меня слышишь? Папа! Ох, нет! Установлена отдаленная... За нами по-прежнему погоня. Приказ... Надо от них оторваться. Удостовериться в прекращении жизнедеятельности. Идем, сюда. Ограничить доступ к подуровню.